Вот это счастье. Я его тут смешала. У меня тут чуть больше чайной ложки этого сухого месива. И я добавила сначала 3 чайных ложки гидролата розы с прошлого года сделанного. Но потом поняла, что его вроде как маловато, и закинула еще чуть-чуть. Сколько, я уже не знаю. Тут оно у меня уже настоялось, я его помешала. Я сейчас пойду пробовать на себя. Вряд ли у меня получится это самой на себе заснять, но, по крайней мере, в информации под видео я постараюсь описать свои ощущения. Вот такой вот луптан. Мне, правда, уже в комментах моей мыльно-травной группы сказали, что это луптан для лица, для тела надо больше трав. Вот так. Ну, надеюсь, это вам как-то было интересно. Ну, или вы осилили до конца тут меньше минуты. Ну, и до новых встреч. Пока.